Добрый РФ ТОВ всем, добрый вечер, слава нашему Господу. У нас 8 глава послания к римлянам. Прошу прощения, 9 глава, 8 преимуществ. Я думал, задремали вы, нет? Хорошо, вы следите за мной, обязательно. Хорошо, у нас 9 глава, и мы начинаем говорить о 8 преимуществах. Хочу сразу сказать, вот, когда мы говорим о преимуществах, мы должны понимать, что это работает, вот то, о чем написано в 3 главе, 2 стих, послания к римлянам, даже у неверующих людей. Именно поэтому среди нашего народа такой высокий процент и лауреатов Нобелевской премии, и успешных людей, потому что даже когда эти люди не верят в Бога, в их жизни остались определенные правила, и они продолжают их соблюдать, не знают даже откуда и почему иногда, но это духовный закон, и он работает. Вот с этим можно соглашаться или нет, но это то, что есть, и это то, что написано в Писании. Понимаете, когда, например, люди живут, и для них кровосмешение – это ни при каких обстоятельствах неприемлемые табу, уже будет благословение в определенных сферах жизни. Когда человек занимается бизнесом, и у него есть определенные табу, он не обманет партнера. Он может там делать какие-то комбины, уходить от налогов и так далее. Но, допустим, там в каких-то отношениях вот таких, он очень будет сильно придерживаться. И вот представьте себе, человек имеет четкие какие-то установки для себя. Ну, скажем, пример. Какой у нас пример такой вот? 15-й псалом. В русской версии 14-й. Помните, да? Цадик нишба бира вело ямир. Праведник клянется даже злому и не изменяет этому. Такой стих, как бы, часто непонятный, потому что через иврит надо зайти в него. Идея заключается в том, что праведник, если пообещал что-то, а потом обстоятельства изменились ему во зло, он все равно не меняет своих решений. Понимаете? Нижба бера клянется злому. Это не значит, что он идет на что-то плохое или поклялся делать кому-то зло. Имеется в виду, что он пообещал что-то, прошел неделя, два дня, может даже полдня. Обстоятельства изменились, а он уже сказал. Он держит свое слово, и Бог его потом благословляет в его делах, в бизнесе, а людям невдомек. А почему? Так он сам не знает. Ну вот так его вырастили родители, дедушка так делал, и он так ведет свой бизнес. Это духовный закон, который будет работать, понимаете? И таких примеров очень много. Поэтому, когда написано в 3 главе, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания, второй стих говорит, великое преимущество во всех отношениях. Это значит, что когда человек родился евреем, он, естественно, вырастает в определенной культурной среде. Он вырастает в определенных правилах социального поведения. И у него поэтому есть преимущество. Это многим не нравится, особенно ну, вот, антисемитам, борцам типа за равноправие. Вот. Хотя в мире не существует ничего одинакового. Даже люди. У каждого две руки, две ноги, голова, два уха. Ну, все как у всех. Только отпечатки пальцев почему-то разные, роговица глаз разная. Все равно отличаются один от другого. Даже близнецы, мама их точно различает. Не бывает одинаковых, вы понимаете? Люди хотят все сделать вот так, чтобы было, как в инкубаторе. Да тогда же в инкубаторе все не одинаково.
великое преимущество во всех отношениях, а самое главное в том, что им верено Божье Слово. Поэтому, забегая немного вперед, когда мы прививаемся обратно на свою маслину, 11 глава, вот это преимущество, оно начинает прогрессию, прогрессировать, буквально умножаться, как геометрическая прогрессия. Конечно, вызывает у кого-то зависть. Наверное, людям надо освободиться от некоторых комплексов неполноценности. Кому-то просто от зависти. Понимаете? Что люди презирают, например, верующего, который не может бросить курить. Он страдает, ему тяжело, но вот он хоть, но не может. Все, в рабство, попал в зависимость. За жабры его взял этот грех и держит. А сам просто сгорает от зависти. Так если табак воняет, и человек, ну, как бы запах слышен, а это не воняет. Но в духовном мире там такой смрад. На километр не подойдешь. А человек себя считает хорошим, а того плохим. В наших мидрашах очень много интересных историй про подобные вещи. Но я сейчас не буду отходить от нашей темы. Когда человек вырастает, и он неверующий, он не верит в Бога, он не знает Бога. Но по каким-то причинам он продолжает следовать тем или иным правилам, которые озвучены в Священном Писании, это духовный закон. Он работает так же, как закон земного притяжения. И поэтому есть преимущество, написано, во всех отношениях. То есть в любой сфере жизни, вот без исключения. И естественно, наиболее сильно это проявляется там, где можно все померить деньгами, например, вот бизнес, или учеными степенями, точные науки, там математика, физика. Еще какие-то там, да, вещи. То есть там, где четко, понятно и видно, вот у него есть преимущество. Таких примеров мы тоже знаем очень много. Я вам просто напомню, что очень известный такой физик, как Исаак Ньютон, помните, да, такого? Так вот у него рукописи по поводу исследования книги Откровения и книги Даниила намного больше, чем трудов по физике. Но все его знают как физика. Понимаете? Все его знают только как физика, большая часть. Но он намного больше исследовал Священное Писание. Вот вам преимущество. Бог открывает даже законы мироздания. Поэтому, если некоторые отклонились, ну, бывает плохо, конечно. Итак, первое преимущество из восьми – это усыновление. Первых усыновил Бог в плане народа евреев. Вот это усыновление объявлено и происходит в тот момент, когда народ, когда евреи стали народом. Не тогда, когда это была семья еще отдельная, которая пошла в Египет пережить голод, но там осталось аж на 430 лет. Все, кто придерживаются мидраша и традиции, что 210 лет, я не спорю с этими людьми, но когда написано в каноне, в Священном Писании, 430 – можете мне, не знаю, что делать, для меня это 430 лет. Знаю я подсчеты и по родословиям, и через имена людей. Для меня убедительнее звучит просто то, что написал Моисей своей рукой. Тот, кто вышел из Египта. Ну, а дальше как кто хочет, я не спорю. Все, кто думает, что я не прав, я с ними согласен, но считаю, что это было 430 лет. И вот вышли через 430 лет из рабства и стали народом. Из одной семьи стали народом. Книга «Исход» как раз. Только-только. Четвертая глава. Это когда еще Моисей разговаривает с фараоном. Это когда он ему говорит: «Отпусти народ мой». —
22 стих. «И скажи фараону, так говорит Господь Бог», у меня в скобках «Бог еврейский». Это у меня перевод славянского общества. Тут полный зачет славянскому обществу, в скобках хорошо поставили. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Ну, понятно, в иврите написано «бехор», «первенец». И еще одно место Второзакония, 7 глава мы возьмем. Шестой стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Поэтому все люди, которые говорят, а чего это вы лучше, а чем вы там, на самом деле Библия ясно говорит, что мы намного хуже, чем другие народы. Твердолобые, тугошеи, практически невменяемые. Вот если сравнивать с другими, то другие нормальные, в принципе. Но наш народ – это что-то страшное. Почему тогда Бог избрал этот народ? Ну, во-первых, Создатель не ищет легких путей. Во-вторых, через это Он показывает всем остальным, что даже с такими я могу свою работу сделать на земле. То есть мне не нужно для этого брать лучшую часть человечества. Я возьму вот таких. Конечно, те минусы, которые я назвал, в итоге стали тоже преимуществом, потому что вот это упрямство, вот эта несгибаемость помогла сохранить Священное Писание для всех. Нежелание соглашаться даже вот с тем, что Иешуа Машех. В этом тоже есть определенная польза для других народов, но об этом мы поговорим в 11 главе подробнее. Там, кстати, Рабби Шаули говорит, что на самом деле вам надо быть благодарными евреям, а не устраивать гонения на них. И в чем преимущество первенца перед другими? Значит, смотрите. Есть два способа делить наследство. Первый, наиболее такой примитивный. Первенец получает 50%, остальные – все остальное. Не всегда так было. И на самом деле наиболее справедливой, как бы разделить наследство, и это то, что есть в Писании, первенец получает двойную долю. Например, есть два сына. Наследство делится на три части, и бехор получает из трех две. Это будет больше 60%. Хуже всего, когда два сына, я вам так скажу. Когда три сына, делится на четыре части наследства. Бехор получает две, и те остальные по одной. На троих, понимаете, да? И тогда бехор получает 50%, а те по 25%. Вот когда три сына, четко срабатывает то, о чем я сказал, первый способ. Теперь, если четыре сына делится на пять частей, бехор получает двойную долю. То есть он получает 40%, остальные 60% делятся между четверыми. Фактически получается, вот все наследство делится на 5 долей, да? Каждый получает свою долю, но бехор еще дополнительную, поэтому у него всегда больше, у него всегда преимущество. И это правило. Ничего с этим нельзя поделать. Ну, по крайней мере, так было в танахические времена. Первородство подразумевает под собой повышенную ответственность. Приведем библейский пример. Два сына. Старший сын Исав, младший сын
Яков. У Ицхака, да, родились. Первородство принадлежало Исаву. Теперь Исав охотник, ему там, у него и так много скота, ну, будет еще больше скота. Его это не, особо не интересует. И вы же поймите, трактор Caterpillar еще никто не придумал. Цивилизации как такой нету. Охотиться-то вышел в поле и охотился там. С копьем, с луком, я не знаю, с чем там он охотился. Но не было такого давления и прессинга цивилизации, как сегодня. Не было мегаполисов. То есть очень легко было на самом деле вот эту добычу поймать. Более того, охота, думаю, рыбалка не в меньшей степени, это очень сильно может как бы увлекать человека, являться частью его души и интересовать его только этим. Я, например, знаю, у меня, когда еще я вот до покаяния, я в Киеве, мы жили, и у меня был напарник мой по работе, вот, который провел, я не помню, лет 8, наверное, в Сибири. Вот. Ну, поехал пожить туда временно. Отправили его. И вот он говорит, у меня знакомый бурят был. Он или на охоте, или в тюрьме сидит за браконьерство. Вот вся жизнь человека, она на охоте. Он дома не бывает. Он туда придет, только там вещи переложить, знаете. И то не обязательно домой. У них есть там где-то вот. То есть Исав, это был человек, центром жизни которого была физическая сила. Поэтому его первородство мало интересовало. Он говорит, какая мне от этого польза? Иаков, напротив, стремился, но не мог претендовать на это первородство, поэтому он заключил честную сделку с Исавом. Он его купил. Поэтому Исав сам продал, мог бы не продавать. Пошел бы там, чего-то поел. Нет, вот ему надо это было, то, что глаза видят. Продал. Для Иакова центром его мироздания был Создатель, поэтому Иаков хотел этого первородства. Почему Исаву первородство было не нужно и в тягость? Ну, потому что надо быть ответственным за свою семью после смерти Ицхака. Нужно приносить жертвы на жертвенники, разделывать этих животных, тратить свое время. Непонятно для чего, когда можно пойти в поле поохотиться. Это же намного увлекательнее. И поэтому первородство подразумевает под собой повышенную ответственность. Для Исава она была бесполезной, для Иакова была вожделенной. Вот эта ответственность. Мы тоже можем видеть вот таких людей, когда кто-то избегает ответственности, она ему не нужна в принципе. Второй человек, наоборот, берет сам это и делает. Всегда помните про Исава и про Иакова. Знаете, люди, вот верующие люди всегда хотят, мечтают быть похожими на Авраама, на Иакова. Но помнят только о пирожках и котлетах в тарелке. Не помнят про тяжелые дни вот этих людей. А именно это сделало их таковыми. Сколько испытаний прошли эти люди. Верующие хотят достичь вот этих высот, но без усилий сегодня. Так не бывает. У первородства тоже есть цена, понимаете? И наш народ эту цену платит, платил и будет платить. И будет оставаться первородным пожизненно, всегда. И так как первородного наказывает Бог, наверное, другие народы никогда так не наказывал. Поэтому с Израилем у Бога отдельный разговор и свои счеты. В это не может вмешиваться никто, но могут научиться. На примере Израиля. В масштабе
рода человеческого на земле Израиль первородный сын. То есть Бог усыновил все народы. Все. Об этом много написано в Танахе, много написано в Новом Завете. Но Израиль он усыновил первым. Поэтому Израиль является первенцем. И это первое преимущество, о котором говорит Рабби Шауль. Еще раз повторю, те, для кого это не в счет и не является преимуществом, внимательно изучайте историю про Исава. Вот мой совет. Это как для евреев, так и для неевреев этнических касается. Если кто-то думает, то я так сейчас решил ремарку вставить, что как Исав продал свое первородство Иакову, Израиль тоже как бы... Но Израиль никогда его не продавал и никогда этого не делал. Поэтому, когда мы дойдем до третьего положения, до договоров или заветы, я покажу, что Бог всегда заключал договора или заветы только с еврейским народом, больше ни с кем. Все остальные на правах прозелитов, то есть лично отвечая за себя, могут входить в это сообщество. Но мы об этом еще поговорим. Второе преимущество – слава. В иврите это шехина. Очень часто люди думают, полагая неправильно, что здесь речь идет о неоновых лампах, белых костюмах, слава в смысле, вот как у эстрадной звезды слава, или там как, я не знаю, у мецената какого-то. Речь идет только о шехине. И это было преимуществом Израиля перед любым другим народом. Никого не водила шехина так, как водила Израиль по пустыне. Конечно, это преимущество. Представляете себе, несколько миллионов людей должны слушаться одного Моисея. А вдруг он встал не с той ноги? Ему, кстати, предъявляли уже это. Ты что тут самый духовный? С нами тоже Бог говорит, что-то ты не то здесь нам рассказываешь. Но когда столб огненный, это ночью, а днем это был столб дыма, начинал двигаться, к Моисею вопросов не было, правильно? Собрали бебехи и пошли. Вещи, да. И шехина водила еврейский народ, а не кто-то другой. Я не услышал, что там? Да, ну, во-первых, его видно издалека, этот столб. Вы представьте, вопрос был, как они... Громче спросите, как они узнавали, что надо идти? Да, да. Ну, там разные люди были. Некоторые собирались 2-3 дня. Те, которые там вот... А как узнать? Были те, которые... Все время в полусобранном состоянии находились. И когда вы живете, в принципе, в палатке, за полдня собраться можно, я думаю, погрузиться и пойти. Плюс это же вся семья работает. Даже не то, что эти сидят там, камешки кидают, а папа все собирает один. Дети помогают, носят, кто что может, подвязывают. С детства учились. А как в деревне люди жили? На сенокос ходили, коней запрягали, коров пасли. Так и там, а как вы думали? Благодать же была, компьютеров нету, электричества нету. Спать ложатся, как солнце село, так и спать пошли. Никто же не сидит возле телевизора до 2 часов ночи. Время больше было у людей. Ну, так некоторые полагают. Электричества нету, газа нету, стиральных машин нету, КамАЗов нету. Все на телегах. Поэтому и время было у людей больше.
Когда столб перемещался, люди собирались и двигались. Писание не говорит, как это оповещалось, но четко написано, шехина начинала двигаться, еврейский народ собирался и двигался. Но чтобы это было совсем понятно, несколько миллионов людей, разбросанных или рассредоточенных в палатках по земле, и там палатки не стояли одна на другой, между палатками еще были какие-то расстояния же, правильно? Где-то и скот был и так далее. То возьмите вот современный Иерусалим с населением 1 000 000 в многоэтажках. Тель-Авив, я не знаю, сколько в Тель-Авиве населения. В многоэтажках. Как узнать, что шехина двинулась? Я думаю, что, во-первых, этот столб был очень высоким. Его было видно издалека. И поэтому, если он прошел там даже 10 километров, не особо он там и передвинулся для тех, кто был с краю. Просто видят, собрались и пошли, и эти собрались и пошли. Потом узнают, а шехина передвинулась. Но это я предполагаю. Те, кому удобнее думать, что Моисей получал откровение, объявлял это, и люди заранее собирались, и уже сидели на чемодане, а некоторые на дорожку еще присели, вот ждут, когда шехина двинется, как поезд от этого, как его фамилия, от перрона, да. Вот. Тоже могут так думать, все нормально. Мне это вообще не мешает. Я рассказал свою версию. В чем же было преимущество ходить за шехиной? Она точно указывала правильное направление. Это касается видения, куда идти, вот что делать, куда двигаться. Теперь вдумайтесь, целый народ задает вопрос, куда идти. Туда, а может туда. Вы представляете, какие дебаты могли бы возникнуть? И вообще никуда бы не двинулись. Только бы спорили 40 лет. Куда идти? А так шехина пошла, и они пошли. Очень действенный метод, практичный, на мой взгляд, и удобный. Поэтому присутствие Бога в славе постоянно, ежедневно, вместе с народом, безусловно, является очень большим преимуществом. Вы бы хотели, чтобы сегодня, правда, это невозможно. Очень сильно деградировал наш народ, хуже язычников поступает. Стыд и позор. Просто стыд и позор. Ну что делать? И пророки жили среди такого народа, что им было трудно в глаза посмотреть другим. И мы такое время. Шломик, перестань ходить туда-сюда. Иди сюда. Ира, пойди возьми. Он же 5-й раз выходит. Иди сюда, вот тут сядь, вот тут, Ира, посади его, вот здесь, садись вот здесь. Бабушка тебя потом спросит, про что я рассказывал. Вот там, садись, да, все, и сиди. Преимущество заключалось именно в этих вещах. Каждый день, постоянно. Бог со своим народом. Представьте себе, насколько была уверенность вот в защите в этой. Да? Еще Писание говорит, что над всем станом Израиля было облако, была тень. Ноги не опухали, одежда не изнашивалась. Помните это? И кондиционер в пустыне всю дорогу. Ветерок, кроме шехины, еще покрывало облако. Поэтому 90-й псалом, помните, да? Под тенью всемогущего покоится. Это взято из опыта жизни. Это не просто метафора. Это буквально... Израиль находился вот под таким благословением. Как вы считаете, преимущество, вы ходите, а над вами зонтик носит кто-то постоянно от солнца.
Я тоже думаю, это преимущество. Ты бы куда ни пошел, у тебя тень. Вот в Израиле, наверное, ну, есть места не только, как Израиль, да, вот климат, как у нас, если взять. Ведь очень сильно ощущается разница между тем, как на солнце, и ты в тени, правда? Тень – это огромное преимущество. Но это всего лишь физическое такое вот, да, проявление, присутствие Бога. Представьте себе, Шехина все время. Манна каждый день, утром манна, 40 лет подряд, кроме субботы. Преимущество или нет? Да. И все это благодаря тому, что слава Божья пребывала с нашим народом. Павел перечисляет эти преимущества, чтобы напомнить людям, в каких отношениях Израиль был с Богом. И если некоторые люди, пускай даже их большинство, оказались неверными, Бог продолжает сохранять отношения, потому что пообещал, потому что слово сказал. Говоря о преимуществе, я хочу подчеркнуть, что речь идет не о спасении в веке грядущем. Речь идет именно о том, что быть с Богом дает человеку преимущество. И это, безусловно, распространяется как общий духовный закон на любого уверовавшего человека из любого другого народа. Если он становится под духовный покров Бога, присоединяясь к Израилю, потому что по-другому это не работало никогда и не работает сегодня. Все, кто думает иначе, сильно ошибаются. Мы, когда будем изучать послание к Ефесянам, я это покажу подробно. Только присоединившись к тем людям, которые уже имеют определенный опыт отношений с Творцом. Так вот, общий принцип, конечно, взять, например, там, ну, кого мы возьмем? Коренного жителя Северной Америки из племени Апачи. Вот если он уверует, у него будет преимущество. Он будет продолжать разбираться в следах, охотиться уметь, там, читать природу, как карту, открытую книгу. Но если он будет верующим в Иешуа, и перестанет поклоняться ветру, духу дождя или духу орла, у него появится преимущество от своих соплеменников уже, у себя внутри там. Вот это общий принцип. Но когда мы говорим сейчас в этническом смысле, то Раби Шауль конкретно говорит о евреях здесь, он не говорит о ком-то другом. 4 стих. То есть израильтян, которым принадлежат. Поэтому я сделал небольшую оговорку, но мы будем говорить в узком аспекте о преимуществах еврейского народа. Поверьте, я прекрасно понимаю, что это будет вызывать у определенных людей возмущение, негодование, все что угодно. Все, кто в себе это найдет и почувствует, нужно освободиться будет от духа антисемитизма. Потому что антисемитизм – это очень серьезная духовная зараза. Она исходит от сатаны. Именно сатан является тем, кто культивирует антисемитизм. И многие люди, не зная даже причин, попали вот в эти ловушки, капканы и живут. К сожалению, так. Еще когда это подтверждается теологией, совсем беда. Совсем плохо. Поэтому, если кто-то в себе чего-то нашел, время покаяться, время изменить себя. Потому что антисемитов в Царство Божие не пускают. Это я точно вам говорю. Даже если он ученый профессор по теологии, по богословию, у него своя семинария, и он написал кучу книжек умных, не пустят его в Царство Божие. Там же ж все евреи. Ему ж туда нельзя. Он же мучаться там будет. Вы понимаете?
Поэтому, если человек хочет Царства Божьего, надо освобождаться от антисемитизма. Даже если чуть-чуть где-то проявление находится. Всем желаю быть духовно здоровыми и крепкими, не болеть и не кашлять. Пусть Бог благословит нас всех. В следующий раз мы с вами уже продолжим говорить о заветах и о законоположениях. Все это принадлежит Израилю, но от тем, кому принадлежит, фактически и как бы контролируют эти территории по праву, распоряжаются ими, выстраивают их. Но об этом в следующий раз. Аминь.